В наш город хоть и не так часто приезжают высокие чины. Иногда что-то ремонтируют, дороги перекрывают. А мы негодуем, потому что по дороге на работу или на учебу оказываемся в пробке. А кто виноват? Да мы сами. Во вчерашнем выпуске новостей говорили о том, какие улицы будут перекрыты и какой чиновник приедет в город. Но мы этого не видели. Необходимо следить за жизнью города, интересоваться событиями и новостями. И тогда вы правильно спланируете свой завтрашний день. А вдруг именно сегодня приедет Владимир Владимирович, а ты об этом не узнаешь? Смотри каждый вечер Первый городской канал, чтобы ничего не пропустить.